Ребята, что-то у нас мало просмотров. Так, а давайте посмотрим, что у нас в трендах. О, знаю такой канал, Влад Бумага, А4. Чего? А4? Да это же неудобно. Лучше всего в рулонах покупать. О, а вот у них есть бюджетный челлендж. Это хорошо, так как с деньгами у нас напряг. Ага, и что тут типа делать надо? Чего, шалаш за косарь бочей? Да моя хата в Крыжополе бочей 500 максимум стоит. Охренеть можно! О, Оскар, ну ты олигарх. Я вот в коробке из-под телевизора вообще живу. Короче, хватит уже понтоваться своим жильем. Суть челленджа такая. Нам необходимо 3 участника, которым мы дадим денег. А именно, доллар, 10 долларов и 100 долларов. Аида, постой, я что-то не понимаю. У нас что, спонсоры появились какие-то? Или ты хочешь всех нас оставить без зарплаты? И месячный бюджет просрать на шалаши какие-то? Спокойно. Чего не сделаешь ради наших зрителей. И, конечно же, их щедрых лайков. Так, ни рукожопов у нас, честно говоря, нет. Поэтому попробуем выбрать лучших из худших. Я хочу! Ой, Сатори, да ты хоть знаешь, что такое шалаш? Да мне пофигу, что это? Я за 100 бочей такое делал. Ну мы же будем жребий тянуть. Не обязательно 100 долларов, а достанутся тебе. Ага, я Фил, такой самый умный тут. Рассчитал все вероятности и на подоконнике забыл свой бутер с дерьмом. Ты забыл? Я мысли читаю, дубина. Так, ладно. Нам надо еще 2 участника. Эй, вы двое, идите сюда. Хотите поучаствовать в челлендже на лучший шалаш? Чего? Че? Так а приз-то какой? Ведро грибов. Пиздец, круто. Итак, у нас осталось 2 карты. 1 бакс и 10. Тяните жребий. Что? Какой там жребий? Лиса, отвали! Дай мне 10 бочей, я пошел! Че? 1 бакс? Из чего мне строить шалаш, по-вашему? Из говна и палок, что ли? Говно! Привет! Говно? Ты хочешь заработать? Я не понимаю, нафига мне тратить бабки на шалаш? Вот же готовый шалаш! Это же мой дом! Уже нет! Ну чё у тебя здесь, нищебродка? Что? Шалаш, не видишь? Лиса, это ты поднапустила? Чего здесь такое воняет? Да это ветер с картофельного поля подул. Заходи давай. У меня здесь много вкусняшки. Здесь кексики для гостей, шоколадный пудинг и шоколадное фондю. Бери, не стесняйся. Это все на 1 бакс? Боюсь, ты переборщила с шоколадом. Пойду-ка я лучше побыстрее в гости к ежу. О, еж, с виду выглядит неплохо. О, чё у тебя за книжечки тут? Так, теоретическая физика, бат-анализ и фотки голова Альфреда? Это точно не Альфред. Тебе кажется, это моя жена. Ага, тут так и написано прям. С любовью, твой сладкий пупсик, Альфред Трахенбургер. Так твой шалаш где, умник? Шалаш? А какой шалаш? А он мне не нужен. Боб, отлично справился, вот твой полтос. А теперь пошли за главным призом. Ну быстро мне отдала мой приз, я победитель. Это почему тебе? Где твой шалаш вообще? И где ёж с лисой? Вот именно!
А где они? Где же ёж? Где лиса? Непонятно. Слились, наверное. Я один остался в вашем дурацком челлендже. Челлендже, шмырдже. Ну как там его? Челлендже. Челлендже, Сатори. Без шалаша приз не положен. Эй, ребята, вы в натуре задолбали третий эпизод подряд давать мне роль трупа! Ой, да кто бы говорил!